Сынуль, что случилось, а? Ты как только позвонил, я тут же примчалась. Спасибо за оперативность, мама. Слушай, тебя жена кормит вообще? Как осунулся, а? Хорошо, я пирожков принесла. Да. Я как раз по поводу Нади и хотел с тобой поговорить. Что? Она немного приболела. Ты что, хочешь, чтобы я за ней ухаживала? Я не сиделка. И вообще, с твоей Надей одни только проблемы. Тут я, пожалуй, впервые с тобой соглашусь. Что, так плохо? Еще хуже. Она, похоже, сошла с ума. Она утверждает, что якобы кого-то убила. Продолжай. Ты же понимаешь, что я ее не могу одну оставить в таком состоянии. А если она на улицу пойдет, начнет этот бред всем прохожим рассказывать. Это конец моей карьере. Ты сама служила в органах. Ты прекрасно знаешь, как это бывает. Ты мне очень нужна, мама. Все, сынуль, все. Тихо, не волнуйся. Ну, ты же знаешь. Ну, я всегда тебя поддержу. Все, успокойся. Какие у нас цветочки, посмотрите. Надо было сразу тебя послушать и не отвергать помощь Варе. Она замечательная няня. О, страшно представить, если бы ее не оказалось рядом. Ты выброси из головы эти глупые мысли. Кстати, электрики уже все проверили. Там все в порядке. Можем спать спокойно. Слав, спасибо тебе за все. За заботу. И прости, если что-то было не так. Если бы с моими детьми что-то случилось, я бы... Эй! Ты чё, мать? Ну, во-первых, не забывай, они не только твои. Эти карапузы, они же ещё и мои. Ну, да. А во-вторых, да я бы не допустил, чтобы с ними что-то случилось. Ну как? Мы же семья, правда? Правда. Я это... Чё подумал? Ну, пока там ремонт в твоей комнате. Может, с детьми ко мне переедете? Ну, а что, я бы помог тебе с ними нянькаться по ночам. Хоть выспалась бы. Слав, спасибо за предложение, но... Тебе же работать надо, а с детьми ты точно не выспишься. И давай без обид, но мы пока в гостевой поживем, ладно? Ну... Без проблем. Мое дело предложить. Я в сад пойду. Я тебе верю. Вот так сразу? Потому что я сказал, что не виноват? Не так и не сразу. Просто я обычно вижу, когда мне лгут, а ты не обманываешь. Ну и, если честно, я... Все статьи в интернете прочитала про твое дело, все газеты пересмотрела. Улики были косвенные, тебе просто по-крупному не повезло. Да уж. Везунчиком меня точно не назовешь. Меня тоже. Ты о бывшем муже? Я любила его очень. Дочку родила. А если любила, то почему развелась? Скажем так... Выпивка и предательство. Оставил нас дочка в тяжелый момент. Знакомо. Тебя тоже предавали? У меня была невеста. Понятно. Замуж за зэка не захотела. Извини за прямоту. В точку. Но иначе бы мы с тобой не встретились в таких романтических условиях. Номер телефона дашь? Конечно. До встречи. Надеюсь, до скорой. В своем уме, брат?
Ты соображаешь, о чем ты просишь? Это вообще криминалом попахивает. Я просто пытаюсь помочь своей жене. Лид, у нее реально крыша поехала от пьянки. У нее белка флагами машет, она несет такую чушь. Неужели тяжело договориться с каким-нибудь мозгоправом, чтобы отправил ее на лечение? Проколол какие-то лекарства, я не знаю, что там колят при этом биполярном. Да куда отправил? В нашу дурку. Чтобы она оттуда нормальным человеком уже никогда не вышла. Ты что? Ты что, хочешь из нее безвольный овощ сделать? Хорошего ты обо мне мнения, сестренка. Спасибо за поддержку. Только имей в виду, если это ненормальное что-нибудь с собой по пьяни сделает, виновата будешь ты. Да, я пытался помочь, только я не был услышан. А, Валерчика, а ты мне лапшу на уши-то не вешай. Кому ты вешаешь? Мне? Твоей сестре, которая знает тебя как облупленного? Хочешь, чтобы я помогла? Да. Хорошо, да. Я помогу. Да. Вот только имей в виду, что если человек алкогольно зависимый, его не кладут в дурку. А только в стационар, на прокапывание, ясно? И вообще, с каких это пор она стала пить? Она же всегда у тебя была трезвенница-язвенница, спортсменка-комсомолка. Довел. Да иду тебя. Спасибо за помощь. Сестра называется. Алло, Надь, что у вас там творится? Нина Васильевна, вы там что делаете? Где Надя? Позовите ее. Не может она подойти. Простудилась. Голос потеряла. Что? А ты вообще кто такая, чтобы я перед тобой отчитывалась? Так, приблуда. И вообще, Валерочка мой, тебе никто. Так звук в припеку. А то, что мой муж нагулял тебя с твоей проституткой-матерью, это не дает тебе права вмешиваться в жизнь моего сына. И вообще, Валерочка тебе не брат, поняла? Все. Черт. Старая перечница. Добрый день, можно? Здравствуйте. Вы по записи? Да, я Васильев. Кажется, я не вовремя, да? Да нет-нет, проходите. Присаживайтесь. Рассказывайте. Слава богу, успокоилась. Ну, давай, рассказывай. Ой, Маринка, мужчина-мечта. Ты знаешь, мне кажется, если бы он даже кого-то убил, я бы все равно его ждала. А помнится, кто-то от заключенных носом воротил? Беру свои слова обратно. Только жалко очень долго ждать. Ну, что ты хотела? В хорошего мужика надо вкладываться. Мой вон уж, который год срок мотает. Ничего, жду. Но не забывай, есть такие приятности, как длительное свидание, которое можно и неофициально организовать, если есть связи и бабосики. Нет. Мне кажется, нам до длительного свидания еще далеко. И вообще, по-моему, он еще страдает по своей бывшей. Перестрадает сразу же после первого длительного свидания. Танька, мне ли тебя учить? У тебя вон сколько мужиков было после Кольки? Ну, Роману об этом знать не обязательно. Правильно. Значит так, куй железо, пока горячо. Если он так хорош, как ты говоришь, так его быстро к рукам приберут. Теперь к самому главному. Его родители поддерживают? Да, и очень. Это отлично. Теперь осталось выяснить, они нищеброды или при деньгах? Ну, какая мне разница? Я же не с ними, а с их сыном встречаюсь. Это ты сейчас так думаешь. Пойми, они тебе по гроб жизни будут благодарны за то, что ты их сына в тюрьме поддерживаешь. А если у них еще и деньги есть, так они вас, Санечка, возьмут под крыло. Тебе что, деньги не нужны? Вот скажи, сколько ты зарабатываешь в своей этой библиотеке? Марин, ну это в идеале. Это все в идеале. А вообще, Ромка говорил, что у них, по-моему, ларек выпечки на взлетке. О, так это уже интересно. Надо только...
придумать, как к нему гости попасть на разведку. Скажи, что ты хочешь организовать совместную посылку для него. Но, сестра, ты гений. Еще бы. Да вы сами увидите, не пожалеете. Эти таблеточки настоящие от Ас. Угу. Девочки будут в восторге от своего папика. Я тебе сейчас с лестницы спущу, и никакие таблеточки тебе уже не помогут. Понял. Удачи вам на половом поприще. Сам подумай, в чем тут я? Слышь, я не понял, что берега попутал, что ли, а? Это ты мне? Смотрю, ты, мужик, порамсить хочешь. Ну давай порамсим. Если тебе карандаш нужен, ты попроси вежливо. Заточки. Ты мразь! Я тебя достану! Спасибо, братишка, не ожидал. Встали! Руки за спину и по камерам. Живо! Быстрее! Волшебница. Лихта их уложила. Но я же говорила, я профессиональная нянька. Шутка ли, четверых младших сама вырастила? А мама? Почему младшими занималась-то я, не она? Ну, мама... Мама уходила в загул или искала себе очередного хахаля. Прости, тебе, наверное, неприятно это вспоминать. От прошлого не убежишь. Угу. А Слава где тебя нашел? Я так понимаю, у тебя нет педагогического образования? Борделе. Чего? Вячеслав нашел меня в борделе. Ромыч, спасибо тебе большое. Мне еще никто жизнь не спасал. Друзья? Я вообще думал, мы и так друзья. Ну, теперь типа официально. Ты учти, я за тебя любого порву. Странный ты парень, Боря. Мне все время кажется, что ты что-то скрываешь. Так у нас у всех же типа это... Да расслабься. У каждого свои секреты. Не на исповедь. Ну да. Ну что, вы меня после всего этого уволите? Я не хотела вам врать, правда.
ты проститутка. Нет. Ну, я пыталась ею стать. У меня не получилось. Отчим выгнал из дому, не было денег, не на что жить. Я решила, что... Но ваш муж меня спас. Я очень благодарна ему. А вы со Славой... Нет. Нет, Жанночка Валерьевна, нет. Ну, вы же сами знаете все про своего мужа. Братки поговаривали... Ну, не зря же вы спите в разных комнатах. Ты в курсе? Ну, это мои личные предположения. Я уволена? Пожалуйста. Прекрати называть меня Жанна Валерьевна. Для тебя просто Жанна. Договорились? Спасибо. Спасибо, Жанночка Валерьевна. Ой, просто Жанна. Спасибо. Я вас не подведу. Уже не подвела. Ну, вроде бы здесь. Была, не была. Здравствуйте. Здравствуйте. А я... Татьяна. Вы подруга нашего Ромки? Да. Мы уже 3 месяца общаемся. По объявлению познакомились. Простите, ради бога. Наверное, бестактно было вот так с моей стороны к вам заявляться. И я просто... Я просто хотела посылку ему передать, а в тюрьме мне сказали, что можно только раз в месяц и 20 килограммов, и что обычно родители собирают. Ну, я и... А здесь чай, кофе, колбаса, шоколад и мед. Не дай бог простудиться. А я просто в библиотеке работаю, и нам пасечник приносит наш постоянный читатель. Танюша, спасибо, конечно. Но, правда, не стоило беспокоиться. Мы уже вон, сынульки, посылку собрали. Мы потом... Библиотеки ведь зарплаты небольшие. Вы-то столько-то всего докупили. Ну ладно, ну. Чего, да что? Я просто хотела Рому порадовать. Послушайте, а давайте чай вместе попьем, а? Угу. Ой, я бы с радостью, но я дочку оставила с сестрой, а Маринке скоро на работу, так что... У вас ребенок есть? Да, Анечка. Маленькая совсем, годик с небольшим. Я в разводе. Да это ничего же. Ну, это, ну, бывает. Вот что. Если вы не можете остаться на чай, Антош, ну-ка давай, помоги-ка. Чё? Давай-давай. Ну, давай-давай. Сладеньких пирожков каких-нибудь. Да, вкусных таких. Вот-вот-вот. Да, вот здесь. Это вот. С яичной шоколадом. Это для вашей малышки. И вам, Надь, ну, что вы, пожалуйста. Что вы, не стоило. Спасибо вам за то, что заботитесь о Ромочке. Спасибо. Ему так нужна сейчас поддержка. Правда. Даже не знаю, что сказать. Спасибо. Ой, знаете, что сделаете? Напишите свой адрес и телефон, а мы тоже напишем, ну, чтобы обратная связь была. Да-да, сейчас. Пиши, Любань. Сейчас напишу, да. А вы, когда будет время, вы к нам обязательно приходите. Пишите. В гости, ну? Да. Вы вместе с доченькой. Мы с вами посидим. Чаю попьем, поговорим о Ромочке. Есть, напиши. Обязательно. Вы нам адрес. Приеду. Спасибо. Да. Спасибо. Свой дайте. 5, 3, 1. Спасибо вам огромное. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Всего вам хорошего. А? Чего? Что? А говорил, объявление не сработает. Видал, какого ангела Господь Бог послал Ромке нашему? Ладно, время покажет. Это ты, что ли, меня отправил? Антон! Чего? Гляди. Ничего себе, дежище. Я тебе ничего не присылал. Как не присылал? Как? Вот так? Ого!
Ой, господи. Кого там еще нелегкая принесла? Есть кто дома? Валера! Надя! Откройте, это я! Чего ты приперлась? Я тебе нормальным языком объяснил. Не ждут тебя здесь. Уходи. А я не к вам, Нина Васильевна, пришла, а к Наде. Надю позови. Дело срочное. Нет ее. Непрошенных гостей здесь не ждут. Уходи. Даже так? Ну, ладно. Надя! Надь! Надь, ты дома? Надя! Надь! Надь, у тебя все в порядке? Ну, я еще вернусь. Грымза старая. Правильно мой отец сделал, что бросил вас. От такой стервы любой нормальный мужик сбежит. Лидка. Это же Лидка. Лидка! Я здесь! Вот дрянь. Ненавижу! Ненавижу! О, что, проспалась, алкашка? Давай, стучи, стучи! Двери крепкие. Соседи не услышат, их дома нет. Да что ж вы за человек-то такой, а? Откройте! Иначе я милицию вызову. Ой, пугай, пугай, милицию она вызовет. А будешь истерить, в дурку сдадим? Чтоб нам с сыном жизнь не портила. Господи, да что же я вам такого сделала, а? Сына ты у меня украла. Настраиваешь его против меня. Раньше он со мной жил, а как ты появилась, так уехал и меня с собой не позвал. Да кто ж с такой стервой уживется-то? Да? А вот сын ты уживался. Чтоб ты сдохла, паскуда. Откройте. Откройте, мне плохо. Плохо — таблеточку выпей, водочкой запей. Там вон аптечка есть. Много таблеточек-то возьми. Чтобы уж наверняка было. Нина Васильевна, да вы моральный урод. Вам тут в гестапо работать надо. Неудивительно, что вас никто не любит. Даже сын родной. Вы думаете, это я с вами жить не захотела? А вы у своего Валерочки любимого спросите? Это была его идея, слышите? Его это было решение! Врешь. Врешь ты все. Не мог Валерочка. Да вы спросите. Спросите. Не мог он. Он меня любит. Да какое вам вообще дело до нашей с Валерой жизни? Своей нет, так вы в чужую лезете. Господи, да откройте вы эту чертову дверь, но не можете же вы меня здесь вечно держать. Нина Васильевна, откройте. Пожалуйста. Нина Васильевна. Эй! Что вы молчите? Нина Васильевна, откройте! Все хорошо, ласточки мои. Варя, я согласна, отвлечься надо. Но не получается. Мысли постоянно невеселые в голову лезут. Может быть, это из-за погоды? Вряд ли. Хандру нужно сразу гнать в зашей.
Ну, чтобы никогда не допустить того, чтобы стало все серым. Вот я вот по себе знаю. Это все понятно. Но сказать проще, чем сделать. Вообще не понимаю. У вас дом полная чаша. Детишки вот прекрасные. Муж добрый, хороший, деньги у вас есть. На вашем месте любая хотела бы быть. Не думаю. Ты свою-то семью давно видела? Давненько. Так давай заедем навестим? Да я как-то это не знаю. Отчим точно на работе. Мать шляется. Мелкие должны быть дома. Ну все решено, поехали. Но с одним условием. С каким? Заедем, купим гостинцы. Ой. Плачу я. Отказ не принимается. Ой, Женочка Валерьевна, да вы просто... Варя, Варечка, я тебя умоляю, давай уже перейдем на ты. Ты? Ты так ты. Здорово. Машина какая-то. Ого, ничего себе. А, ничего. А кто на такой приехал? Опа, ты погляди, это что, Варька, что ли, а? Да нет, это какая-то городская фифа. Эй, дамочки, на похмел не найдется. Местный колорит. Типа того. Жанна, вы реально... Ой, то есть ты реально скупила полмагазина, не стоило. Еще как стоило. Спасибо. Опа. Отчима точно нету дома. Есть кто дома? Ау! Варя, 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 ура! Варя пришла! Мы так соскучились! Я по вам очень-очень соскучилась, мои хорошие. А старшие в школе? Ага. А где ты была? Мама сказала, ты не вернешься. Ты больше маму слушай. А мама с отчимом где? Дядя Сережа, как всегда, на вахте. А мама... Это Жанна, моя подруга. Ей можно доверять? Она вам, кстати, все эти вкусности купила. Спасибо! Пожалуйста. Так, мама где? Мама, как всегда, пьет. Мы уже 2 дня ее не видели. А питаетесь чем? Макаронами. Мы их вчера сами сварили. Варь, где у вас тут кухня? Нет, нет, никуда мы не поедем. Давай сначала им на неделю всего наготовим и приберемся. Вы разогреть потом сможете? Да. Ну подожди, это же неудобно, но... Но не принимается. Мой кореш тебе аванс на карточку твоей матери бросил за проектик. Для ускорения работы, так что прибавь темпы, чертежник. А то строительная бригада простаивает. Аванс? Так мне еще 5 дней надо, чтобы все просчитать. Я вот думаю, крышу пирамидальную предложить в холле. Ты думай, думай. И на часы посматривай. Что-то профессор к тебе зачастил. Говорит, мне аванс отправили. За проект. Только я не понял, откуда у них данные банковской карты моей матери? Ромыч, братан, ты, походу, не понял, с какими людьми работаешь. Если надо, они и мамонты из ледника достанут. Так может мне отказаться от проекта? Они со сроками давят. Я бы не советовал, если аванс ушел. Да расслабься ты, братан, все ты успеешь. Ты вообще красавчик. По всем фронтам считай. Так, глядишь, семью обеспечивать начнешь, не выходя из тюряги. Да перестань. Думаю, скинули чисто символическую плату. Не думаю. Не того уровня люди. Ты бы матушке позвонил, пробил. Борь, прикрой. Реально звякну своим. Ой, слава богу, что это от тебя деньги. Честное слово, прям груз с плеч.
Да, милый. А я так испугалась, думаю, может, кто ошибся. И сумма-то не маленькая. Угу. А, ты не переживай, не переживай. Нам с папой на жизнь хватает. Мы не бедствуем. А вот эти деньги, они пускай полежат. Ну, мало ли, может, опять придется адвоката нанять, не дай бог, конечно. Да, мой дорогой. Мы с папой тебя очень любим. И целуем, и обнимаем. Ой, ты мой хороший. Да, береги себя, солнышко. Ну? Ну, ты представляешь? Это, оказывается, аванс. Ему там проект дома заказали. Не нравится мне все это. Нечистые это деньги, нечистые. С чего бы это? Я уверена, что сын эти деньги честно заработал. А с того, что простому смертному такие суммы не переслать. Знаю этих криминальных авторитетов. С ними вообще нужно держать ухо востро, а лучше вообще не пересекаться. Вроде никак, друзья-товарищи, а только спиной повернешься к ним, вон, сразу в спине ножик увидишь. При чем тут криминальные авторитеты? А при том. А может, ему бизнесмен дом заказал? Там, между прочим, любое может оказаться. Знаешь, от тюрьмы и от сумы нам ли с тобой не знать? Любань, ну, я тебя умоляю, ты сама в это веришь? Почему ты во всем видишь один негатив, а? Ну, так же жить невозможно. Ты бы лучше порадовался за сына. У него жизнь, наконец-то, налаживается. Девушка появилась, любимая работа, которая, между прочим, хорошо оплачивается. Но это же лучше, чем сидеть и сходить с ума от безделья и одиночества. Ну да, ну, возможно, ты права. Ведь наш Ромка-то всегда мечтал архитектурную фирму открыть. Откроет. А знаешь что? Мы вот эти деньги, мы их тратить не будем. Угу. Пускай они себе лежат, копятся потихонечку. Он пока клиентскую базу наработает. Ну, порадуйся за сына тоже. Ну да, ты права, наверное. Видимо, это ментовское прошлое мне покоя не дает. До сих пор во всем вижу подвох. О, кстати, по поводу подвоха. Как ты думаешь, Ромка на меня сильно кричать будет, если я как-нибудь от его имени, Танюши, пришлю букет? Ну что такое? Любань, ну правда, не исправим, Любань. Ладно, делай, что хочешь. Пойду это, выпечку посмотрю. А поцеловать? Мамочка, я уже дома. Мамуля! Мамка! Ты чего, мамуля? Мам! Мама! Мам, Надя! Скорую вызывай! Мам! Надь! Сейчас, мам, подожди, сейчас. Скорую вызывай, мам, мамочка. Ну, наконец-то. Мама, Соловьев, мам, что подожди. Ты орешь? Мама. Что с ней? Держись. Вызови скорую, что ты пялишься? Мамочка, мам, дыши, мам, дыши, мам. Валера, она уже мам. Мертвая. Заткнись, дура! Врача вызови, мам. Ей еще днем стало плохо. Мы поругались. Мам. Я-то думаю, что мам. Она мне отвечает. Я тебя умоляю, пожалуйста, слышишь? Не надо, Валерочка. Это ты. Не, не,
трогай меня, я ни при чем, дед, я не виновата, слышишь, Валера? Пожалуйста, не надо! Это ты! Два! Это из-за тебя! Из-за тебя ее не стало! Может, ужин подавать? Нет, я скажу, когда. Значит, с утра в парк уехали гулять, да? Ну да, я же говорила, с Варей, с детьми. А тебе не кажется, что прогулка затянулась? Я по 5 раз каждый набирал, ни одна трубку не берет. Может, случилось что? Не думаю. Плохие вести быстро приходят. Давай, принеси мне коньяка. Сейчас, секунду. Если она думает, что рога мне к лицу, то она сильно ошибается. Алло. Добрый вечер, тесть. А мои там случайно не у вас? Что? Мои соболезнования. Спасибо. Не знаю, сердце, наверное. У меня дома не было, они с Надей вроде как пособачились. Ты Жанне скажи, когда придет. Хорошо? Да, хорошо, передам. Держитесь там. Ну, дела. Ой, я думаю, ему понравится. Да? Жанна, вас Вячеслав искал. Явилась, не запылилась. Настроен категорически. И что ты там кому собралась дарить? Только не говори, что мне. Потому что если бы я тебе был хоть сколько-нибудь дорог, ты бы удосужилась предупредить меня, куда и насколько ты уходишь. Варя, отнеси детей наверх. Присмотри за ними. Хорошо. Что? К бывшему ездила, детей показывала? Забыла наш уговор? Ты что несешь? Я не позволю делать из себя посмешище. А я не позволю распоряжаться моей жизнью. Твоя собственность. Нет. Как раз моя. Я оплачиваю все твои счета и удовлетворяю все твои прихоти. А ты что? Что я? Съездила с детьми в парк погулять? Это преступление? Ты хочешь сказать, что ты весь день была в парке? Нет. Не весь. В гости ездила. Еще вопросы будут? Может, скажешь, у родителей была? А если и так, то что? У нас фиктивный брак, и я не обязана перед тобой отчитываться. Для всех вокруг брак настоящий. И я, по твоей милости, выгляжу в нем идиотом. Родителей ты не была, иначе бы так не сияла по приезде. У тебя бабка умерла. Что? Что слышала? Господи, бедный папа. Я должна быть с ним. Никуда ты не поедешь. Поеду еще как. А если ты еще раз посмеешь мне устроить такую сцену ревности, я сразу подам на развод. Ой, и обнулишь наш договор? Забыла, что благополучие твоего благоверного полностью зависит от меня. Забыла! А ты забыл, что я тоже многое о тебе знаю.
Алло, это я. Передай своему человеку, что я снимаю с Якимова охрану и все привилегии. И еще. Похоже, этот Якимов становится для меня проблемой. Ты понял меня? Поможешь решить, в долгу не останусь. Ну все. Нету бывшего, нету проблемы. Что случилось? Сердце. Мне жаль. А мама где? Я не знаю, где-то мы с ней повздорили. Мам! Мама! Папа, а наверху ее тоже нет? Как нет? Она что, ушла? Ушла, идиотка. Идиотка. Пап, что происходит? Нормально. Нормально. Эй, Чекуля, не хочешь с четкими пацанами вечерок провести? Стопэ, куда ты бежишь? Остановись! Ю, братва, гляньте, какая она ужасная! Тетя, а ты что такая красивая? Мордой брейк-данс на асфальте танцевала. Нет, любовницу мужа пришила. Тоже мне тут киллерша нашлась. Ну, фигурка у тебя ничего такая. Пакет на голову наденем, и можно. Ну что, развлечемся? Развлечемся, чего ж не развлечься-то? Сначала я тебе, молокосос, горло перегрызу, а тебе глаза выколю. Ну, а тебе? Не-не-не, ребят, я пас. Ну и нафиг, чокнутая. Ладно, тетя, гуляй. Не в нашем-то вкусе. Здорово, Ильич. Ну и тебе не кашлять. Шеф просил передать. Снимай охрану с подопечного. Шефа больше не интересует благополучие Якимова. А с чего вдруг такие перемены? Ну а тебе какая разница? Якимов для шефа стал проблемой. Избавишь его от проблемы. Будешь дальше находиться при привилегиях. Ну, а если нет, это сделает кто-нибудь другой. Я же говорила. Поход к предкам даст плоды. Блин, вкусно пекут. Они очень даже мне понравились. Угу. Мы сегодня с его мамой даже созванивались. Она зачем-то попросила мой адрес и телефон, естественно. Мосты наводит. Это хорошо. Ты кого-то ждешь? Нет. Но я догадываюсь, кто это. Чего тебе? Привет, Таня. Я это... Здрасте, Толь. А это тебе. Спасибо. Лучше бы алименты заплатил. Я заплачу. Я на работу устроился. Официально. Поздравляю. Молодец. Не думала, конечно, что тебя снова на автобазу возьмут. В прошлый раз ты с пьяну чуть в столб не врезался. Так я это... Я... Не водителем,
дворником пока, но это пока. Перспективно. Ну, как есть. Я извиняюсь, добрый вечер. А вы, случайно, не Татьяна Смолина? Да, это я. О, тогда это вам. Спасибо. Вот, распишитесь. А вы уверены, что это мне? А вы точно Татьяна? Спасибо. Пожалуйста, всего хорошего. Ну, как это понимать? Как точку на наших отношениях. Прости, Коль, у меня другой. Как? Тань. Тань. Скажи, братан, бабы все продажные? С какой стороны посмотреть? А, с какой не посмотри, все одинаковые. Стоять! Да, Вячеслав. За мной!